Привет, друзья! Сегодня мы с вами погрузимся в мир атмосферных игр. В этом видео я подготовил для вас топ-10 самых захватывающих и завораживающих игр, которые точно заставят вас погрузиться в их уникальную атмосферу. Готовы узнать, какие игры войдут в этот список? Тогда лайк и погнали! Scare Ritual – это стремительный и страшный шутер на выживание, в котором мы отправляемся в огромный мир, полный опасности и непредсказуемости. Игрок должен встать на путь борьбы со зловещими монстрами, которые готовы на все, чтобы лишить его жизни. В игре предусмотрено множество испытаний, поэтому вы должны быть к ним готовы. Важно быть внимательным во время прохождения, двигаться без раздумий, обходить врагов и проходить уровень за уровнем. Используйте навыки тактического планирования и не забывайте об арсенале, в котором всегда должно быть мощное оружие и средства защиты. Одним из положительных аспектов игры является кооперативный режим для 4 игроков, который позволяет отлично провести время с друзьями и за короткое время уничтожить всех, кто посмел встать на сторону зла. А хорошо проработанная, пугающая и мрачная графика отлично дополнит общую атмосферу. Incursion Red River – шутер, предлагающий взглянуть на альтернативную реальность. В этом мире, раздираемой гражданской войной, Вьетнам полностью дестабилизирован и погрузился в хаос, а его живописные пейзажи медленно, но верно превращаются в безжизненную пустыню. На территории государства работают разноплановые частные военные корпорации, и вам суждено присоединиться к одной из них. Профессионально выполняйте свою работу, а вместе с этим станьте свидетелем разворачивающейся на ваших глазах истории. Приготовьтесь к динамичному геймплею, где каждую секунду будет происходить что-то новое. Игровой процесс условно делится на две части – размеренную подготовку и непосредственно само проведение операции. Не стоит недооценивать первую половину, ведь от заранее прописанного плана зависит исход всего дела. Помните, что необходимо достигнуть цели любым доступным способом. Используйте подручные средства, будь то найденные гранаты или вспомогательные инструменты, чтобы отвлекать врагов или же напротив, сразить максимальное количество противников за ограниченное количество времени. Особенности ландшафта также сыграют вам на руку, поэтому пытайтесь извлечь максимум из сложившейся ситуации, чтобы выйти из нее победителем. Dead Island 2 – это ролевая игра в жанре survival horror, действие которой происходит на вымышленном калифорнийском острове после вспышки зомби. Игроки берут на себя роль одного из нескольких выживших, каждый из которых обладает своими особыми способностями и древом навыков. Геймплей отличается быстрым темпом и жестокостью, и игроки используют разнообразное оружие ближнего и дальнего боя, чтобы сражаться с неумолимыми зомби. Также присутствует глубокая система создания предметов, позволяющая игрокам создать и модифицировать собственное оружие и предметы. Сюжет рассказывает о выживших, которые пытаются выбраться с острова и найти способ остановить распространение эпидемии на материк. По пути они столкнутся с различными персонажами, включая безумного ученого, военную группировку и группу выживших, которые создали свое собственное общество. В игре представлен широкий спектр игровых механик, включая цикл день-ночь, динамичную погоду, систему голода и жажды. В игре также есть многопользовательский режим, позволяющий игрокам объединиться с друзьями и вместе бороться с зомби. Remnant 2 – это увлекательное продолжение знакомого приключенческого ролевого экшена, где наша задача – спасти мир от полного разрушения. Но не думайте, что путь к спасению будет легким. Перед нами жуткие монстры, и только хорошо подготовленный боец сможет противостоять им. Поэтому вооружитесь мощным арсеналом оружия, качественной защитой и соберите все необходимые ресурсы для эффективной схватки. Постоянное развитие навыков и боевых характеристик – вот залог победы над более сильным противником и опасным боссом. В игре придется пройти через массу мрачных тайн, раскрыть невероятные загадки и вычислить источники зла, что угрожают всему миру. Важно выбрать правильное оружие, и в этом смысле у нас есть обширный арсенал, из которого можно выбирать подходящее для каждой битвы. Сражения будут максимально эпичными и динамичными, не оставив ни секунды на скуку. Уникальный стиль графики погрузит каждого игрока в мрачный и пугающий мир этого продолжения. Будет много возможностей и трудностей, но смело идите вперед, чтобы спасти мир от полного разрушения. Horizon Forbidden West – ролевой приключенческий экшен с видом от третьего лица, в котором игрокам будет предложено отправиться на западное побережье некогда процветающих американских штатов. События игры в этот раз будут происходить на западном побережье некогда процветающих штатов Америки. С тех пор, как прошел глобальный катаклизм, после которого люди оказались на грани вымирания, прошло неимоверно много времени. И когда казалось, что человечеству уже ничто не угрожает, его постигла новая не менее ужасная участь. В ее основе легла так называемая красная гниль, с источником которой как раз таки вам и придется теперь разобраться. Взяв под контроль главную героиню Эллой. Огромный игровой открытый мир, море локаций, среди которых будут открытые и доступные места для исследования, а также враги, которых не было в предыдущей игре, с которыми сражаться придется буквально повсеместно, а также новые виды оружия и многое-многое другое. Все это легло в основу Horizon Forbidden West.
Bellwright – это огромный мир, окутанный тиранией, в который игрок попадает, оказавшись в тюрьме за странное преступление. Его цель – очистить свое имя, обрести свободу и свергнуть несправедливый режим. Задачи, которые ставит перед игроком игра, сложны, но именно это делает игровой процесс интересным. Игроку предстоит основывать собственное поселение, заботиться о добыче ресурсов и приглашать жителей, чтобы совместными усилиями достичь процветания. Различные технологии и навыки будут в его распоряжении, и каждый присоединяющийся к движению за свободу принесет что-то новое. Управление городом – это непростая задача, требующая знаний и опыта. Постепенно расширяя свои владения, игрок наращивает мощь, создавая базу для сопротивления и привлекая на свою сторону полезных сторонников. Тренировка воинов и освоение различных навыков станут необходимыми шагами на пути к успеху. Прогресс в игре зависит от выбора игрока, и он направляет его в выбранное ему русло. Пусть удача сопутствует ему, и все его старания не пройдут даром. No Rest for the Wicked погружает игроков в мир, опустошенный смертью и отчаянием. Это экшен-РПГ обещает сложные бои и глубокое человеческое повествование. Королевство оплакивает смерть короля Харрола, оставляя на троне его непосредственного сына Магнуса. Тем временем древняя чума, известная как Мор, возвращается, разлагая землю и ее обитателей. На фоне хаоса Мадригал Селин, жаждущий власти в церкви, стремится использовать кризис в своих корыстных целях. Игроки берут на себя роль Серима, мистического воина, которому поручено уничтожить Мор. Однако борьба со злом не будет простой. Серим оказывается втянутым в тяжелое положение страдающих людей и сложную политическую борьбу за власть. Каждое решение имеет вес, определяя судьбу королевства и судьбу самого Серима. Игра отличается жестокими стратегическими боями. Игроки сражаются с чудовищными существами, солдатами и сложными боссами, осваивая различные виды оружия и умения. Крафтинг и кастомизация позволяют создавать уникальные постройки, подходящие каждому игроку. Valheim – динамичный и увлекательный приключенческий экшен, который познакомит нас со скандинавской мифологией и вовлечет в череду захватывающих событий. Сюжетная линия отправляет нас на величественные просторы фантастического мира, который игроку необходимо покорить, дабы заслужить благословение богов. Исполни роль отважного воина, который отправляется в долгий и опасный путь с целью уничтожения сторонников зла и разгадки самых мрачных тайн. Изучая локации, ты будешь добывать ценные ресурсы, элементы защиты, а также стараться пополнять боевой арсенал мощным оружием. Не стоит забывать о совершенствовании своих навыков и пополнение знаний, ведь это может точно пригодиться тебе в борьбе с более могущественным оппонентом, либо решении сложных задач. Будь внимательным и сосредоточься на пути, продумывая действия наперед, а также срази всех, кто посмеет тебе помешать. Миру грозит опасность уничтожения, и лишь на тебя возлагается последняя надежда на его спасение, после чего ты сумеешь попасть в желаемые земли. Графика отлично продумана, обладает приятной анимацией и яркими красками. Динамика игры на высоте, а общая атмосфера точно не оставит тебя равнодушным. Manor Lords – стратегическая игра в эпоху Средневековья. В центре игровых механик – реалистичный процесс строительства зданий и напряженные поединки с вражеской армией. Строительный элемент базируется на исторических данных о городах и деревнях. Все постройки представлены в игре максимально достоверными. Ландшафты и типы местности влияют на процесс формирования поселения. Создавайте торговые маршруты, налаживайте рыночные отношения с соседними городами и займитесь экономическим процветанием поселения. Назначайте разные занятия поселенцам. Они будут заниматься возведением сооружений, другие впахивать плугами поля, третьи располагать железо, пасти овец и так далее. Занятий представлено огромное множество, и каждому жителю найдется работа. Мир развивается динамически, присутствует смена дня и ночи, а также сезонов. Меняется погода, жители города могут подходить болезни. Также поселение может охватить война, нищета, голод и другие беды. Военные юниты представлены пехотой, конными всадниками и осадным оружием. Баталии представляют собой полномасштабные войны с участием огромного числа юнитов. Разрабатывайте тактику и повышайте навыки солдат. Отряды имеют параметры усталости и боевого духа, про что не стоит забывать. Pine Harbor – это хоррор на выживание с реалистичной графикой, созданный на базе Unreal Engine 5. Когда-то окруженный скалами и густым лесом небольшой городок под названием Pine Harbor был известен в качестве спокойного места, куда часто приезжали люди со всей округи, чтобы провести выходные вместе с семьей. Но так было до недавнего времени. После техногенной катастрофы густой туман окутал улицы, и монстры заполонили город, ставя под угрозу существование всех, кому не посчастливилось здесь остаться. Вместе с главным героем отправляйтесь на поиски уцелевших и найдите способ выбраться из ловушки. Игра понравится всем любителям мрачной атмосферы, ведь она играет здесь ключевую роль. Вы то и дело будете чувствовать себя не в безопасности, ведь за вами постоянно следуют орды противников. Вам предстоит отбиваться от них, а также искать подсказки, которые прольют свет на происходящее. Вместе с этим ищите других выживших, объединяйте усилия, чтобы вместе противостоять угрозе. Обменивайтесь предметами, чтобы всегда в вашем арсенале были патроны, а также не забывайте создавать или приобретать лечащие средства, ведь зачастую от них будет зависеть, удастся ли вам продержаться еще один день или нет.
Спасибо, что провели это время со мной и оценили идеи и атмосферу этих замечательных игр. Надеюсь, что вы найдете в этом топе что-то по-настоящему увлекательное для себя и проведете много увлекательных часов, погружаясь в миры удивительных игр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять свои оригинальные комментарии. До новых встреч и всего хорошего!